Александр Коршунов призвал приднестровцев с российским гражданством проголосовать на выборах в Госдуму России. Обращаясь к жителям республики, он напомнил: Россия остановила войну в Приднестровье и поддерживает нашу страну до сих пор. Призываю и прошу вас прийти на избирательные участки и отдать свой голос за достойную партию, которая действует, а не обещает. За кандидата, который слышит и знает проблемы и чаяния Приднестровья. Да, мы далеко от России, но то, каким будет российский парламент, какие он будет принимать решения в отношении нашей республики, зависит и от нас с вами. Голос каждого приднестровского россиянина на выборах в Госдуму – это шанс быть услышанным и очередной шаг навстречу к независимости Приднестровья. 5 лет назад Приднестровье выбрало своих представителей в Госдуме, напомнил Александр Коршунов. И результат их работы заметен. Руководитель Верховного Совета сказал, что все новые наказы жителей республики уже переданы кандидатам в Госдуму.